Что ж, ребята, всем привет! И сегодня мы с вами играем в Wise Horror Game. Всех я вас приветствую, это я, мистер Демон. Не смешная вообще, по идее, шутка. Давайте-ка с вами начнем. И, пожалуй-ка, я сыграю. Я давно не играл, но я буду играть, пожалуй, такая на нормал. Сыграю-ка я на нормал, давно по нормалу не играл. И сделать надо звук бы потише. Что ж, давайте мы начинаем. Что-то типа объяснять чувак по бизнесу. Ну, видимо, вы это уже знаете. Ай. Ну что ж, давайте мы с вами, пожалуй-ка, уменьшим чувствительность и прибавим яркости. Давайте, давайте, да, наша цель собрать 10 мешков. О, блин, 20 мешков и убежать отсюда. Давно вы, ребят, я знаю, вы там толскаете скутя и по айсу. Что ж, давайте мы с вами. И сделать выпуск я довольно-таки хотел необычно. Видите ли? Меня заколдовала какая-то ведьма, и я превратился в демона. Из Андрея Радостева я превратился в демона. Вы видите, что со мной такое произошло? Мне надо срочно расколдоваться, взять 20 мешков и, конечно же, отнести ей этой долбанной ведьме. Чтоб она меня наконец расколдовала. Она сказала, соберешь 20 мешочков и... или что-нибудь побольше, и принесешь это мне, я тебя расколдую. Хорошо, вы сейчас соберете все 20 мешочков, а и то, иначе я всегда останусь этим долбанным демоном. Это еще и в ад отправлюсь, ой, там шах, капец. Ладно, не знаете, лучше вам не знать, что там в аду творится. Давайте мы посмотрим дальше, что у нас вот здесь творится. Итак, мы собрали все мешки на этом этаже, а рады нам подняться на этаж. Оп, стоп. Я надеюсь, она меня не заметит. Есть, я успел, ребят, я успел. Ой, твою за ногу. Все, я успел, теперь нам нужно понять, где она находится. Она в подвале, так что быстро учимся наверх. Наверх, сказал! Наверх! Мать твою, наверх! Фух, это было напряжно. Так, мы взяли код. И, пожалуй, напечатаем глазик, как я люблю это делать. Хорошо, еще один глазик, ясно видим не нашего монстра. Итак, хорошо. Ясно, сможем ничего не сделать, никакого. Вы бы с электрикой, что ли, или электрика бы позвали. Соберем мы 20 с вами мешочков, и меня ведьма расколдует. А то вы видите, ребят, что со мной произошло. Вам лучше это не знать. Ну, в общем, было такое дельце. Отправился я в такой лес один и повстречал эту ведьму. И она была настолько уродливой, капец, что я не сдержался, вы как-то страшно выглядите, я сказал. Она сказала, что... Мать, пошел вот рано, блядь, я лучше спрячу этот голубой угол. Она ушла вниз. В общем, я ей сказал такое, что вы пострашнее выглядели, вы бы макияж себе сделали для лица или что-то типа этого. Она сказала, я красивая, я за такую дерзость тебя заколдую и превращу себя в демона. Ну и вот, ну, чтобы меня расколдовать, тебе придется собрать 20 мешков с деньгами или побольше, чтобы я смогла себе на хирургическую операцию накопить. Ну так вот, и вот все дела, ребят, осталось мне всего... Блин, сколько я собрал мешков, я не успел увидеть. Ну ладно, отправимся дальше. Ну ладно, отправимся дальше. Накопь мне энергопластическую операцию, пускай она покрасивее сделается, эта долбанная ведьма. Но зато я снова превращусь в своего человека Андрея Радостева. Вы видите, что у меня даже голос изменился. Она отправилась в подвал. Мне как раз тут на собственный экран. Она нет. Спускаемся под десант. Хорошо. Хорошо. Это...
это существо, насекон, валяется по подвалу. Дай быстрее эту отправлю в ад. И сожгу тебя там. Если ты меня поймаешь, в аду у тебя есть отдельный котел. Так, ну что ж. Отлично, осталось еще два мешка. Хорошо. Ну, я соберу побольше, мало ли, ну, я возьму тебе себе там еще, блядь, конфеток накоплю. Это же мешки с деньгами, так ведь, а не мешки с говном. Точно. Сейчас кое-что сделаем. Даже не так просто-напросто ключ взял. А что, короче, халя и бежим, короче, назад. Мать вашу. Нет. Это было на близко, это было близко. Теперь мне бы вернуться бы назад к двери. Она... Нет! Используем. Да нет, вы чё? Аре, ведьма, уйди. Теперь я, пожалуй, пойду наверх. Я тебя, Жорик, извини, с тобой поболтать не успел. Есть! Хорошо! Сейчас я вернусь, ребят. Сейчас я вернусь, отдам ведьме деньги и вернусь расколдованным. Ждите! Ребятки, о, вижу, ты хочешь меня, да? Хочешь меня? В общем, ребят, такая следующая ситуация. Эта ведьма меня обманула и сказала, что, типа, я так и останусь каким-то другим заколдованным. И, как вы видите, я превратилась в женщину. Превратился, то есть. Ну, так как я женщина уже, я буду говорить по женскому роду. Ну что ж, видите, ребят, теперь я... женщина. И она сказала вернуться в этот особняк и собрать все мешки. Все мешки. Иначе я останусь таким, каким, в общем, вы видите меня сейчас. Я хочу вернуться в свое предназначальное тело и стать нормальным Андреем Радостевым, а не каким-то там Андреносой Радостевой. Ну вот, в общем, ребят, она сказала, что у нее не хватило мешков на пластическую операцию, чтобы она сделала себе пластическую операцию и омолодила себе. Это же ведьма такая вот страшная. И в общем, давайте мы с вами, ребят, соберем все мешки. Нахуй. Ну что ж, давайте мы, пожалуй, с вами начнем. Как видите, мне что-то очень плохо видно. Ну давайте, пожалуй-ка мы начинаем. И нам нужно собрать все мешки в этом доме, чтобы ей хватило на пластическую операцию. И видите, теперь я стала женщиной. А чё? Если я стала женщиной, почему бы я не могу попелиться на свою грудь? Ну-ка. Да ладно, ладно, я шучу. Ладно, я шучу. Ха-ха, мешочек. Ну что ж, давайте мы с вами дальше прогуляемся и поищем еще мешочки. Сейчас на нас, в общем, вышла Кресси. И теперь она будет нас искать. Хорошо. Оу, она уже здесь. Я надеюсь, она сюда не залетит. Фух, я уже испугалась. Я думала, сюда залетит и все. И тогда я бы осталась женщиной навсегда, если бы она меня поймала. Так, ладно, здесь у нас, в общем, ничего нету. Кстати, а почему вы потом не сделали так стрим, а? Серьезно. Только боюсь, компик у меня будет лагать от лагов. А ведь у меня компьютер-то слабенький. Видеокарта-то нормальная, а вот процессор-то слабенький. Хорошо, спрячу здесь и узнаем, куда она сейчас пойдет.
Надеюсь, она сейчас не развернется. Прощай, Крейси. Я надеюсь, я тебя больше не увижу. Ну, прощай, пока говорить еще рано. Ладно. Иди, этот глазик. Люблю печатать глазик опять на этом принтере. Ведь бумаги-то нету больше, чтоб он не напечатал мне еще глазиков. Хорошо. 10 из 30. Давай, ты возьми ты ключ. Смотрите, он не хочет брать ключ. Ой. Я надеюсь, она сюда не залетит. Бывают такие случаи, что она залетает вам даже при закрытой двери. А-а-а! Твою за ногу, я испугалась. Да. Да ладно, ладно, это я просто прикалываюсь, вы чё? Без папы прикалываться. Ладно, пускай. Пожалуй, пока что. У нас всего здесь только один мешочек в сейфе. Неудивительно. Бывали у меня такие случаи в игре, когда вообще в сейфе не было мешочка. И тогда зачем закрывать сейф? Здесь у нас... не вижу. Далбудор, пожалуйста, расколдуй меня, а то ведьма не хочешь меня расколдовывать. Ой. 13 мешочков. Хорошо. 14, 15. Надо еще 3 мешка собрать на этом этаже. Чего такое? Серьезно, откуда? Откуда это слово «ран» у меня взялось? А? Непонятно. Уходи. Уходи отсюда. Уходи отсюда, пожалуйста. Она ушла? Вот и хорошо. Давай-ка мы посмотрим. Нам не хватает еще одного мешочка. Где мы его пропустили? Так, нужно поискать этот этаж внимательно. Я где-то пропустила мешочек. Ё-моё. Я, кажется, знаю, где я её пропустила. Я, кажется, не обшарила вот этот сундук, а? Точно. Я просто была напугана, когда появился слово «ран». Ладно, тебе надо подождать. Пока оно уйдет с подвала. Куда-нибудь. Подальше. Часики заработали. Да. Ой, бежим. Подвал. Я пока никуда не побегу. Мне страшно. Окей. Хорошо. Здесь нету мешков. Довольно-таки подозрительно. Отлично. Осталось еще 5 мешков. 26, 27, 28. Ой, я спрячусь от нее. Убежать практически будет невозможно, если я устану. Подождем ее здесь. Может, вам анекдот рассказать? Да я не знаю ни одного анекдота. Как я вам расскажу анекдот, если я не знаю ни одного анекдота? Сейчас попробую. Да. Чёрт, сложно моргнуть.
Ну ладно. Сложно моргнуть одним глазом. Оу. Она слева. Хорошо, уходи, пожалуйста, уходи. Криси, я хочу стать обратным мужиком. Я не хочу, чтобы парни на меня... Ну, понятно, что обычно делают парни, когда видят какую-нибудь очень красивую, симпатичную девушку. Обычно эти парни заняты практически даже прямо сейчас. По всему миру, если так считать. Особенно это происходит в чат-рулетке. Ой, какая она быстрая. Я надеюсь, она не поймает на меня на финише, как обычно делал этот... Как обычно его называть, и Мёрфи. Я обычно делал этот летсплей год назад. Я видео бы называлось, я почти сделал это. Быстрей. Я спрячусь сюда. И подожду ее. О, даже ждать не надо. Дядя Жорик, привет! Все, ребят, ну что ж, я пошла к ведьме. И посмотрим, что будет. Да, ребят, она издевается, это вообще какой-то капец, она превратила меня в собаку. Это просто какая-то непонятная штука, я, в общем, давайте на этом закончим. Мы потом еще разберусь с этой долбанной ведьмой, она меня превратила из женщины в собаку, это я вообще не ожидал. Я не хочу петыгри или чапи жрать, я не собака, я человек, да и я человек в форме собаки, ёлки-палки. Вообще, давайте, ребят, на этом закончим, если вы здесь... Впервые подписываемся на канал, чтобы не пропустить такие офигенные видео. А также не забываем ставить лайк. Что ж, давайте на этом мы сегодня закончим. Всем удачи, ребят, и всем пока. И да, ребят, с наступающим вас Новым годом. Хо-хо-хо-хо!